Только за 9 месяцев текущего года более 4 взрослых лишены родительских прав, 49 ограничено, 52 ребенка переведены в детские социальные учреждения. Сироты при живых родителях стали уже давно не редкостью. Вячеслав Наговицын назвал детские дома пережитком гражданской войны и Октябрьской революции, которые не решают проблем, а создают их. Другие современные институты защиты семьи и детства также малоэффективны. Мы вынуждены признавать с вами о том, что это институты из прошлого. И самое главное, что эти институты сегодня четко защищены законодательством. Что и происходит. Мы пытаемся двинуться вперед, сделать шаг. И тут же получаем по рукам то, что мы нарушаем то действующее законодательство. И нас сразу же контролирующие органы возвращают опять в 17-й год. Тут же возвращают в 17-й год. И вот так и продолжается. Мы пытаемся вперед и по принципу труну. Двигается все. Представительницы координационного совета разделяют позицию главы. Позор для цивилизованного общества детский дом. Действительно, раньше не нужны. Но сейчас вот новые институты, замещающая семья, приемная семья, институт усыновления есть. Но настолько это очевидно, что недостаточно. Надо двигаться в сторону ужесточения ответственности родителей. В частности, женщины предложили вернуть лечебно-трудовые профилактории для неблагополучных родителей, чтобы изъять их из дурмана зеленого змея и обязать напомнить о родительских обязанностях. Вячеслав Наговицын призвал совет продолжить работу по разработке рекомендаций раннего выявления неблагополучных семей, профилактики жестокого обращения с детьми. А главное – обеспечить гармоничную интеграцию детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в современный мир. Сергей Соголов, Булат Бадмаев. Новости дня.